Торговый центр «Семья», Карла Маркса 164, на второй этаж, и он до упора. Мимо мебельных салонов в «Дельта Информ». В «Дельта Информ» приходят люди в большем количестве, чем в сетевые маркеты, потому что здесь индивидуальный и персональный подход. Кроме всего прочего, еще и нормальные цены. Вот. Но «Дельта Информ» не стоит на месте и все время что-то придумывает. И вот сегодня представление двух революционных технологий. Первое, как существенно расширить свой кругозор, и вторая, как существенно сэкономить свои деньги. Правда, реализовано все это было на недавней прошедшей выставке «Современный дом 2011» во дворце Рамазана. Ну и вот первое впечатление. Ну что, боец, как впечатление от трех мониторов? Круто. Круто? То есть можно видеть, что происходит и справа, и слева? Да. А есть теперь желание привезти сюда папу в «Дельта Информ», чтобы папа купил тебе такую штучку? Ну, попрошу. Вот здесь вот работает сколько? А, здесь два. А вы в этом уверены? Да. А вот системник один, видишь? Да. То есть здесь работает сейчас один системник, и вы работаете на одном компьютере, играете в две разные игры. Интересно? Да. То есть папа может деньги сэкономить, просто в «Дельта Информ» прийти, ему установят такую штучку, да? Угу. «Современный дом 2011» – выставка, посвященная дому, интерьеру и остальным технологиям. И вот компьютер – это часть, по-моему, сегодняшнего интерьера, и не только. И только вы здесь представляете? Да, из компьютерных как бы фирм, в общем-то, здесь мы, так сказать, в единственном лице. Мы специально к выставке как бы подготовили новые концепции, которые есть в, скажем, компьютерной индустрии. Ну, по-моему, они вызывают интерес у народа. Да это естественно. Электронные приспособления вызывают повышенный интерес. А авторы, создатели он их, ну разве что не канонизируются. Но оказывается, компьютер второго десятилетия 21 века, привычный нам ранее, способен творить настоящие чудеса. Надо только понимать, кто с ним на «ты». То, что мы видим здесь, меня лично поразило. То есть вы реально можете сэкономить деньги? Этот, как бы, технология, этот комплект, он как раз-таки его задача – показать, насколько можно экономнее использовать средства для решения задачи двух пользователей, к примеру. Вообще эта система, так сказать, позволяет и больше пользователей подключать. Экономия происходит, скажем, и на технических, так сказать, вложениях аппаратных, и на программных вложениях, и на электроэнергии, и на обновлении, и на обслуживании, практически на всем. Ну, понятно. Растянуть рабочий стол на два монитора – это легко. Мы уже научились космические корабли запускать. В общем, ничего сложного нет. Но как заставить машину работать на двух пользователей? Для этого служит программный комплекс под названием «Астер». То есть это программное обеспечение позволяет разделить рабочие места таким образом, что можно сэкономить не только какие-то финансовые средства, вот, но и позволит активно работать двум и более человеком за одним компьютером. То есть это новая технология, имеется в виду новый компьютер абсолютно. И видеокарточки, и программное обеспечение устанавливаете вы? Да, конечно, программное обеспечение устанавливается нами, полностью настраивается, и получается вот такая рабочая система. И еще один вопрос. Если мы уж очень сильно экономим, используя один системник на двух пользователей, можно ли разнести, допустим, монитор и клавиатура, чтобы были в другой комнате, ну, чтобы люди друг другу не мешались? Да, конечно, это можно сделать. Я вижу здесь также два комплекта наушников. То же самое и со звуком? Да, конечно, каждый человек получает свое звуковое окружение. То есть на одной базе две полноценные рабочие станции? Да, конечно. Но в основном это полезно, когда у вас нет огромных площадей для бизнеса, либо это небольшая квартира, где ценен каждый квадратный метр. Но «Дельта Информ» может легко расширить и рамки привычного кругозора. Когда я к вам захожу в торговый центр «Семья», я вижу, люди какие-то вот одаренные выходят после того, как ваш магазин посетили. Я сейчас задумчиво выгляжу, потому что вы подготовили очередной вынос мозгов. Это новая технология, ну, как бы она годичная, но никто ее, так сказать, в городе не поднимает. Это многомониторная система, так сказать, отображения. Что это дает? То есть то, что вы видели раньше, это вот. Это как у лошади вот шоры стоят.
Теперь вы вот так руки убираете, и оказывается, мир гораздо шире, чем то, что вы видели. Вот дополнительные мониторы, их задача показать вам боковое зрение. И на играх, на фильмах это, так сказать, представляется настолько внешне сильно, что поражает. Все точно такой же прорыв, как 3D кинотеатры, получается? Ну, в общем-то, да. То есть, но и 3D, то есть здесь будет работать точно так же. Ну, давайте, рассказывайте, как сие чудо случилось. Значит, это совершенно новая технология вот, от американской компании AMD, довольно известной, которая позволяет конфигурировать системы компьютерные таким образом, чтобы человек получал максимальный обзор, в первую очередь, в играх. Вот. Делается это при помощи специального оборудования, то есть берется современная видеокарта нового поколения, подключается 3 монитора, и если игры поддерживают, а современные игры почти все поддерживают эту технологию, то человек в результате получает вот такое великолепное, можно сказать, чудо. Вот. И это еще не предел. Максимальное количество мониторов в домашних условиях может достигать 6 штук. То есть это, получается, мечта того, кто хочет видеть, кто в тебя сбоку стреляет, это мечта того, кто хочет летать полноценно, а не вот так вот, да? И я так понимаю, что если у человека один монитор, ему достаточно купить 2, а если 2, еще один, и видеокарту, то есть цена вопроса, цена видеокарты, так получается? Буквально получается так. То есть затраты в этом случае составят всего лишь от 6000 рублей. И вот вам две революционные технологии. Представляете, экономия – это не только стоимость системного блока, что в отдельных случаях это 30 тысяч рублей. Но вот, допустим, если у вас установлено 3D Max стоимостью в 3000 долларов, Photoshop, ну, в общем-то, как-то так получается. То есть на одной машине можно работать в эти замечательные и не самые дешевые программки. То есть экономия становится еще больше. Теперь, что касается 3-мониторной, 6-мониторной, да, вообще различные схемы. Очень удобно. Опять же, и для дизайнера, и для геймера, и вообще. То есть цена вопроса от 6 тысяч рублей. В общем-то, это даже не цена. А дальше все зависит от вашей фантазии. Ну, хотите монитор 24 дюйма, соберите там. Вообще можно в теннис почти играть, круговой обзор. Вот, вот вам и Delta Inform. Вы где-нибудь ранее подобное видели? В какого-нибудь сетевика? Я нет. Куда приехать и хоть посмотреть, потому что, ну, выставка «Современный дом 2011» все-таки закончилась. Так вот сюда, Карла Маркса 164, торговый центр «Семья». Вот прямо с этого входа на втором этаже, рядышком здесь.